сегодня мы будем с вами тестировать очень популярную в последнее время палетку белорусскую от Белор Дизайн. Но она называется Интеллект. Она не совсем белорусская, так как сделана день в Турции все-таки. Она ароматизированная и у нее довольно такой яркий аромат. Его чувствуешь даже, когда вот так на расстоянии красишься. Эта палеточка произвела на меня такое приятное впечатление, и она мне очень понравилась. Если у вас получится разглядеть, ну да, наверное, получится, вот эти матовые оттеночки, они как будто вот кисточка их покорябала, но нет сыпучести. То есть у них такая текстура, как масляно-кремовая. И для палетки, которую мне удалось еще застать за 572 рубля на Wildberries, это, конечно, очень-очень круто. Потому что сейчас цены взлетели, сейчас даже не знаю, сколько она стоит. Я вчера еще должна была забрать вторую из этой линии, которая называется Nude Harmony. Она немножко попроще в цветовом решении, но меня интересовало качество матовых. Такое же оно будет или нет? Потому что здесь на самом деле матовые просто выше всяких похвал. Сейчас мы с вами будем краситься и посмотрите вы. Шиммеры, они, в общем-то, обычные, но тоже маслянистые, не сыпучие. Тушуются они моментально за счет этого. Это, конечно, напоминает очень с собой люкс, потому что я такое в бюджете не видела еще. Скорее, бюджет он более такой суховатый, летучий какой-то. А здесь вот именно этого нет. А запах на любителя, я не скажу, что он прям какой-то прям супер приятный, но и то, что он неприятный, тоже не могу сказать. Ну, вот он есть, такая изюминка. Еще мы с вами сегодня посмотрим вот Люкс Визаж Сани Бани, очень знаменитый бронзер. И посмотрим на вот такой хайлайтер от Essence и прошлые коллекции от Art Deco, две штуки, румяна и бронзер или хайлайтер. Вот. Сейчас покажу, как выглядит внутри, это чем мы будем с вами сейчас краситься. И, может быть, в следующий раз мы с вами посмотрим на Nude Harmony. Я ее как раз должна была вот вчера забрать, я забыла, эта зона не пришла, смс-ка. Вспомнила я уже дома, когда была, и ну, ночью, соответственно, не пошла. Сейчас вот пойду. Здесь белый оттенок, он с розоватым каким-то голографическим отливом таким. Еще здесь есть шиммеры. Раз, два, три, четыре, пять. Белый шесть. Три, четыре, пять, шесть, семь всего. И только два матовых. Два матовых. Это вот этот красный и в серединке. Честно говоря, я бы вообще хотела, чтобы выпустили только матовые. Вот только матовую палетку. И если бы они были вот такого плана, как вот эти два, то это была бы просто сногсшибательная палетка. Это была бы палетка великолепная просто. Так, что, давайте мы начнем с бронзера. Сегодня не буду скульптурировать ничего. Надеюсь, обойтись одним бронзером. И мы с вами посмотрим сейчас, что получится из этого. У него оттенок у этого бронзера, он не слишком яркий, но и в то же время его видно. Его видно. Угу. Ну, думаю, нормально. Так, надо брать свою кисть привычную. Что-то не могу пристроиться к чужим. К этой привыкла. Она довольно грубая. И ей мне нравится. Она быстро все распределяет. Не помню, как будто пятен понаделала этой кистью своей, которая до этого была у меня. Так, ладно, давайте мы с вами румяна попробуем с бронзером, может, получше будет. Сейчас все так растушуется постепенно. Угу. Румяна
красиво и даже очень как-то ярко сразу. Кажется, бледный, да, а по факту довольно-таки ярко выходит. Редеко. Ну, оттенок мой, такой красноватый, как вот рыжевато-морковный. И хорошо подходит такие. Сейчас, надеюсь, я на пудру, что все растушует. Да, вчера я была в Улыбке Радуги, и там очень, была немножко тоже под впечатлением, вот, да не немножко, а много, вот цен на белорусскую косметику, вообще на все остальное. Не поняла, почему так сильно поднялась цена, даже относительно курса доллара и евро, ведь они не так сильно поднялись, как подняли цены. И на белорусскую косметику, теперь будем вот этот бронзер. То есть то, что стоило рублей 250, стало стоить 550. То есть более чем на 50% поднялась цена. А разве курс у нас так подрос, больше, чем на 50%? В общем, что хотят, то и творят в магазинах. Неважно, там имеет отношение это к доллару, не имеет, или это наше все. То есть, ну, собственно, допустим, сахар, да, или масло подсолнечное. И все равно в два раза. Все равно в два раза. Бронзер вот этот а-ля хайлайтер, он так сгладил очень углы вот эти все. Сейчас еще пудра, и будет вообще уже хорошо. Да, мы же хотели еще с вами вот этот хайлайтер попробовать. Сейчас мы его и попробуем, только в последнюю очередь, потому что я боюсь, он закрасится потом пудрой и всем остальным, и ничего не будет. Так, пудра моя у меня вот такая будет сегодня. Она у меня даже, как, знаете, как скульптурирование выступает. То есть я ей высвечиваю какие-то зоны, которые мне нужно высветить. Даже не сколько пудра, я говорю, а вот как часть скульптурирования лица она у меня работает. То есть вот здесь должно быть светло, и я ей осветляю. Так. Ну вот, в общем-то, вроде ничего, да и пятен не видно. Уже, а то прям какими-то пятнами насажала все. Да, вот так мне нравится, как вышло. Все, значит, лицо мы с вами быстренько сделали. И мы можем переходить к палетке, к основному блюду. Ну да, ну и хайлайтер давайте еще сначала сделаем. Он светлый. И довольно деликатно сияет, посмотрите. То есть его можно на сводче сделать таким жирным-жирным. И он уходит явно в розовый. Но по факту... Факт очень даже красиво на лице сидит. Очень красиво. Конечно, дело тут еще в кисти. Вот это моя любимая кисть, Real Technique. Она умеет хорошо хайлайтеры втирать. Ну вот, в общем, красиво. Очень даже красиво, девочки. Очень здорово. А вот сводчишь, он такой всегда жирный. Смотрите. Вот на сводче кажется, что просто как будто тени. На самом деле можно сделать его и таким прям обычным, красивым. Не сильно розового даже видно, я бы сказала. Так, ну что, в палетке, так как два матовых, всегда я, конечно, начинаю вот с этого розового. Посмотрите, он довольно бледный, но на коже он выглядит прям коралловый. Яркий. Ну, еще за счет желтого подтона, скорее всего. Ну, то есть, вот они не как у Катрис. В рефиле одно, начинаешь краситься, ничего не видно. Здесь именно вот ярко все. Сейчас мы с вами это посмотрим. Да, вот. Сейчас хочу показать, как выглядит. Видите? Все, ничего, ни одной крупинки, ни соринки.
Какие тени шикарные. Просто, просто. Девочки, вот обратите внимание, дайте поближе. Тушевка просто как у Том Форда. Вот мне достаточно кистью вот так провести. И у меня уже в дымку все. Я могу больше не сидеть и не тушевать ничего. У меня уже плавный переход, без резких граней. Вот только два раза я кистью сделала. И один раз по теням вот так мазнула. Просто великолепно. Сейчас я буду делать ярче ее, эту складку. То есть вот я уже углубляю, видите, цвет пошел. Мне не надо даже тушевать вот до бесконечности. Это настолько, настолько крутые. Видите, у меня уже складка сделана. Все. Поэтому я, даже несмотря на то, что мне Nude Harmony не нравится по цветам, то есть, ну, не совсем мое. Я ее чисто из любопытства купила, чтобы потестировать. На Озоне была 779 рублей. И я уверена, что это я еще дешево купила, потому что наверняка сейчас уже дороже стоит. Чуть-чуть еще углублю сейчас вот здесь. Носятся они великолепно, ничего не скатывается. Их можно, мне кажется, даже без базы за счет вот этой текстуры. Такой цепкой кремовой. Углубить складочку можно с помощью вот этого красного матового. Мне еще подходят эти персиковые оттенки. И, конечно, палетка просто супер. Видите, какие яркости. А еще немножко себя утешаю этой палеткой. Мне, девочки, все-таки не удалось купить Динону. Я вам сейчас расскажу прям целую эпопею, как я делала заказ с Cult Beauty. Ой, я его делала 25 февраля. Ну, 24-го все началось, 25-го я делала заказ. Еще тогда не было, как бы не вошли в силу все санкции, которые потом появились. И вот это пространство, что закрытое стало между Англией и нашей страной. Не только Англия, но в частности. И я увидела тогда в Инстаграме, что Культ скидку делает на все 20%. И я заказала две палетки Диноны. Бибу, маленькую, новую Бибу. И Face Glam Light. Скидка 20% была. Я не успела сделать 30% в январе. Потом начала жалеть, хотеть. Ну и когда 20% они сделали, я решила заказать. Тогда еще не про курс, повторяюсь, никто ничего не знал. Заказ, значит, мой приняли, несколько дней никакого ответа не было. Потом я заказ свой не отменяла. Он у меня так и висел, как принятый на сайте. Через несколько дней я решила написать центр. Знаете, что сделаем? Вот эти оттенки. Персик и красный вот этот. А вниз будем делать вот этот. Угу. Вот это тоже красиво, я пробовала. Вот, и потом я хотела написать письмо, типа, когда заказ будет мой готов. И мне, говорит, ошибка на странице, ничего, в общем, письмо не отправлялось. Но я продолжала молча ждать. Потом я поняла, что, ну, с девочками поговорила, что ничего мне не придет, так как вот так все рассорились. Ну, думаю, ну ладно. Потом, значит, приходит мне письмо, что мы не можем списать деньги с карточки. Ну, я думаю, ну, все, значит, забудь, Галя. Окончательно забудь. Ну, не можем и не можем. Я тоже здесь не могу ничего, как говорится, сделать со своей стороны. Понятно, да, почему? Потом я уже стала забывать. Проходит еще несколько дней. Приходит на Сбербанк оповещение, что деньги на Cult Beauty списаны. Как раз там что-то это было перед 11 числом.
там какие-то сняли ограничения. Что-то надо было, чтобы купить кому-то из, ну, из западных. Какой-то платеж не проходил, по-моему, если я ничего не путаю. И вот они разморозили, потом обратно шли заморозили, как-то так. Вот. И, значит, прошел платеж, я думаю, здорово. Потом приходит уже письмо с таможни, значит, мы ваши данные взяли из ваших прошлых заказов. Ну, я же заказывала на Культе не один раз. То есть мои данные паспортные на таможне уже есть. Я говорю, ну окей, здорово, жду, значит, такая довольная. Деньги списались, на таможне данные уже взяли мои прошлые, все хорошо. Жду несколько дней, значит, потом мне пишут, ваш заказ отправлен, с Культа письма, все как всегда. Здорово, думаю, успела. Хотя уже было, наверное, где-то, да, после 11 марта, то есть 2 недели уже прошло с момента заказа. И проходит еще там 3 дня, приходит письмо, что возврат вам средств, ну, то есть на таможне повисела посылка и назад поехала в Англию. Я так поняла, что из-за того, что вот именно самолеты не летают между двумя нашими странами, и посылка поехала назад. Вот представляете, так обидно. С другой стороны, ну, ничего там такого, как бы то, что я не видела или у меня нет, ну, не было в этих палетках. У меня есть и персиковые палетки типа Бибы, и... Ну, понятно, да, недавно я купила 3 палетки Том Форда и Шарлотту. Есть, ну, и до этого было много чего интересного. Есть, как говорится, чем пользоваться, но я уже настроилась. Я уже настроилась. Немножко насыпала. И была расстроена, конечно, я. Ну, то есть, представляете, вот если бы не самолеты вот эти, которые не летают, то ко мне бы все пришло. То есть, конечно, Культ Бьюти, магазин, я должна сказать, что они со своей стороны все сделали, что могли. Несмотря на то, что они видят, что это российская отправка, могли бы нос воротить, сказать, как некоторые делают. Нет, и все, типа, из принципа не будем. Они такого, ну, ничего не сказано было, то есть относились, как всегда, к клиенту. Вот это мне понравилось. Если бы не самолеты, то все бы у меня было. Жалко. Конечно, жалко. Девочки, у меня прям красные глаза, как будто рыже-красные, да? Ну, сейчас накрасим ресницы, будет нормально. И карандаш. Я в уголок глаза сделаю вот этот оттенок бело, вот этот бело-розовый. Здесь шиммеры, они как бы, ну вот, совсем обычные, сатины даже, можно сказать. Никаких блесточек, ничего нет. Вот в этом плане палетка, как сказать, может быть, она удачная или неудачная, не знаю, потому что ну вот у Том Форда же вышли недавно палетки совсем без блесток, матовая текстура. Нет, там есть какие-то микроблестки, но их не видно вообще. То есть не в стиле Пэт Маград. А потом, ну, в стиле Пэт Маград не каждый день все хотят макияж иметь. Все-таки это слишком, наверное, ну тоже надоедает, все ж надоедает одно и то же когда, да? И когда много блесточек тоже надоедает. Поэтому я стала относиться так, что для меня не минус, когда палетка, вот просто сатин, просто мат. Вот настроение. Немножко белым разбавляю вот здесь века. Бело-розовым. Да, высветляю, так сказать. Можем чуть-чуть с вами подделать вот здесь. А, ой. Кистью измазанной в красное взяла, и прям у меня невысоко тушевка пошла высоко. Сейчас закрашу, у меня с собой вот такая палетка Essence. Нормально. Карандашом я воспользовалась, как обычно, от Faberlic дымчато-коричневый. И сейчас коричневую подводку чуть-чуть подведу. Совсем чуть-чуть. Так, осталось нам с вами только тушь нанести от Essence. И губы чем-нибудь накрасить.
Ну, губы я не принесла помаду, забыла. Ладно, в следующий раз. Ну, все, готово. Покажу вам макияж. Вот так выглядит. Всегда получается какой-то красновато-персиковый, потому что здесь схожие оттенки вот эти и вот эти шиммеры. Вот эти. Да, на сводчик разные, но макияж примерно в одну тональность уходит. И за счет того, что всегда в складку одни и те же оттенки. Поэтому макияж кажется похож друг на друга. И это, конечно, для тех, кто любит, вот кому подходит такая тональность. Знаю, многие как-то считают, что это плаканные глаза будут или еще что-то. Ну, не знаю, мне нравится, например, такой макияж и такая вообще расцветка в палетках. Так, девочки, давайте подводить итоги. Значит, относительно вот этого бронзера, не поняла, то ли кисть не подходит, то ли я как-то не очень сегодня наносила, как-то залипал он у меня, мне кажется. Залипал. Мне цвет очень нравится. Красиво, он так немножко переливается. Все остальное мы не будем, наверное, обсуждать, потому что эти коллекции уже не купить. Это эксклюзив, так сказать, теперь уже. Хайлайтер то же самое. И палетка. Единственная палетка еще продается. Но уже, говорю, не знаю даже по какой цене. И очень здесь супер, супер матовые. Мы видели, как быстро они тушевались. Это все моментально. Можно, конечно, в красный сильно так не углубляться, а уйти, например, в вот этот фиолетово-сиреневый, да, и макияж у вас будет уже другой направленности. Просто меня прям вот тянут эти, притягивают красноватые, и я их постоянно использую. Либо мне хочется на подвижный веко вот этот нанести, ну, то есть как-то тянет к ним. Очень складка вот этот великолепный оттенок, просто замечательный. Мне кажется, он любой внешности подойдет. Может, если красные не все любят, то вот такой персик розовый, нежный. Он вроде и холодный, он вроде и теплый, да? Он как-то под любые подходит определение. Нейтральный, может быть, даже. Он вообще великолепен. Ну, плюс вот эти два шиммера. И белый с розовым, который вот у меня в уголке глаза. Ну, класс, класс. Особенно, говорю, если за 500 рублей покупать, то это просто шикарно. Вот такой вот дизайн. Здесь картон, а внутри вот эта штучка, она пластмассовая. Вот. Так что вот, девочки, все мы с вами обсудили. Сколько тут по граммам? А, 9 грамм на палетку. 9 грамм, 9 оттенков по грамму. Ну, это стандартно, стандартный набор. Да. Так, что мы с вами? Все, наверное, девочки, больше мы с вами в этом выпуске ничего обсуждать не будем. В принципе, думала, быстро накрашусь и вам... Ну, только палетку эту хотели обсудить, а что-то как-то затянулось. Макияж мой. Я желаю вам всего хорошего. Если кто-то хочет найти меня в других каких-то соцсетях, я везде зарегистрирована как Космоблог. В Телеграме, на Яндекс.Зене. Инстаграм у меня работает без всякого VPN. Дома через Wi-Fi на улице, по-моему, тоже включил, работал. Не знаю, как у вас, девочки, пишите, как он работает, у вас не работает. Я им, в принципе, так же пользуюсь, как и раньше. У меня нет пока запретов, но кто знает, у нас сейчас каждый день, что не день, то праздник. И поэтому непонятно даже, что с Ютубом будет. И на тот случай, если совсем его не будет, то мои ролики, видеоролики есть на Яндекс.Зен. Я их туда дублирую. Так что подписывайтесь и можете там смотреть, кому нравится, если... Так что вот, девочки, в Телеграме тоже у нас очень такая дружеская обстановка. И мы там так как-то тепло общаемся, без каких-то предрассудков, мне кажется, очень по-дружески. Так что тоже жду вас там. На этом буду прощаться. Следующее, наверное, видео будем смотреть Harmony палеточку, Nude. Ну и тоже о чем-нибудь поболтаем с вами. А теперь до скорых встреч. Пока-пока.